Мисс Полианна, мэм. Здравствуй, Полианна. Тетя Полли, я так благодарна за то, что вы взяли меня к себе. Меня нельзя назвать хорошенькой. Это веснушки. Мне бы хотелось, чтобы их не было. Но мой папа говорит, что они прелестны, как цветы на лугу. Мне ужасно нравится ваш дом. Если бы у меня был такой, я бы приглашала гостей на сэндвичи каждый день. Мой папа всегда говорит... Меня совершенно не интересует, что говорит твой отец. Пойдем, я покажу тебе твою комнату. Полианна? Думаю, здесь есть все необходимое. Ужин в 6, будет звонок. Не уходи далеко, чтобы его услышать. Добрый день. Как себя чувствует малышка? А как можно себя чувствовать, если тебя поселили на чердаке, а рядом десятки пустых комнат? Ужасно хочется увидеть дочку мисс Дженни. А кто такая мисс Дженни? Сестра мисс Полли. Они поссорились, когда мисс Дженни сбежала с отцом Полианна. Сбежала? Если бы у меня была такая сестра, как мисс Полли, я бы тоже сбежала куда-нибудь в Тимбукту. Так значит, она тебе не нравится? А разве кому-то она нравится? Значит, ты ничего не знаешь о романе мисс Полли? Кто-то любил мисс Полли? Кто? Это не моего ума дело. Он что, не мог найти кого-нибудь получше? Мисс Полли когда-то была настоящей красавицей. И была бы ею, если бы не одевалась как монашка. Это из-за той любви она стала такой раздражительной и колючей. До этого с ней было все в порядке. Но теперь ты ей уж точно не